Всем привет, это Red Ball 5, следующий уровень у нас 29-й. Начинаем проходить. Так, забираем по дороге все монетки, все звезды, чтобы можно было пройти, я чуть на него не наткнулся. Звезду, ой, то есть, монетку не забрал сразу. О, как это? А я прыжок сделал и почему-то на шипы попался. Ну, самое главное, что мы выяснили, что когда в шипы падаешь, полностью жизни не тратится, а немножко еще остается. То есть у меня 5 жизней как было, так и осталось. Вот слева вверху, но там полоска немножко отнялась. Ну что, идем дальше тогда. Так, забираем звезды по дороге, монетки тоже. Прикольно такие штуки эти. Звук такой издают. Опа, колобок колючий. Ничего себе. Блин, у него глаз такой страшный. И вообще он сам страшный. Это у нас пройдено. Идем на следующий уровень. А следующий уровень у нас... Ой, что это такое? Это босс, что ли? Это мой... Это битва с боссом. Офигеть. Это мне предлагают взять либо двойной урон, либо двойные жизни. Но я, наверное, не буду ничего брать. И так с боссом можно справиться, я надеюсь. Ой-ой-ой. А, все понятно. Что это такое было? Расстрел какой-то. Ладно, попытка номер 2, я теперь понял, как это работает. Вот, он сейчас приземлится туда, где знак вот этот. Ай! Он 2 раза стреляет еще. Да, это жесткий босс, конечно. Так, вот он приземляется, и мне надо дальше вот идти. И перепрыгнуть 2 вот этих штуковины, которыми он плюется. Так, ну в принципе, я уже научился с этим боссом бороться. Надо подальше отойти. Чтобы припрыгнуть эти 2 штуковины. Хотя, в принципе, он довольно-таки легкий. Так, где он, где он, где он? Вот он. Приземляется. Отлично, плюется. 2 соплями своими, зелеными. Опа, попался босс. Так, куда, куда? А, он прямо надо мной летит. Так, отлично. Ну, я могу отходить каждый раз. Так, все. Отлично. И все монетки мои сразу же. Все, босс повержен. На самом деле, босс простой. Босс простой, просто я сразу не знал, как... Что он будет делать. И как он вообще там функционирует. Вот, и следующий уровень, 31. Тут можно налево и направо пойти. Пойду сначала налево. Да, точно, сразу надо налево идти. А теперь можно вот сюда. Стоп. Секундочку, как это работает? Сначала в эту, потом в эту надо. И я еще промазал. О, все, попал. Так, а здесь ключ. Забираем ключ, и внизу там открыто. А нет, еще не открыто, мне нужно просто подойти. Так, и он открывает. Все, здесь открыто. Идем теперь сюда, тут надо перелететь эту пропасть колючую. Почему-то прыжок у меня не сработал, не знаю почему. Так, ну все, можно идти на следующий уровень. Офигеть просто. Монетки. И идем дальше. А следующий уровень у нас 32-й. Какая-то коробка. Мне она 100% пригодится где-то здесь, с правой стороны. Чтобы на кнопки нажимать. Так, а здесь у нас что? Здесь надо подпрыгнуть, чтобы забрать звезду. И потом туда пройти. Так. Так. Они по очереди открываются. Вот зачем мне коробка. Сначала коробку вот сюда вот бабахаем. Стоп, 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 стоп. Вот так вот. Забираем эту штуковину. А теперь ставим дальше коробку. Чтобы можно было выйти отсюда, вообще выбраться. Жук здесь, отлично. С жуком разобрались. И все, коротенький уровень. Коротенький, но крутой. Отлично, пройдено. Идем на следующий. И следующий уровень. 33-й. Жуки сразу сверху. Они не упадут вниз? Вроде бы нет. И там рычаг еще есть. Рычаг надо перевернуть, чтобы открыть. Ой, я могу запрыгнуть. Или не могу, стоп. Я могу так или нет? Надо посмотреть. А там как-то еще можно по-другому запрыгнуть? Вот через эту штуковину можно прыгать. Так, первый жук готов.
разобрался с ним, второй. И теперь двигал рычаг. Все там открыто теперь. Открыта дверь, можно проходить. Только с этими пауками поосторожнее надо быть. Потому что они колючие со всех сторон. Опачки. Циркулярка прям работает. Ну что, идем дальше. Все выполнено. Забираем монетки. Уже 33 200. Так, и можно... наверное, какие-то скины взять потом. Ладно, потом я разберусь, что это значит. Идем на следующий левел. Левел 34. Так. С жуком разобрался. Там рычаг, я вижу. Ключ есть. Я могу эту дверь открыть, которая справа вверху находится. Но сначала надо рычаг, наверное, повернуть, чтобы эту открыть. Давай, шарик. Опачки, опачки. Отлично. Здесь открыто уже. Перепрыгиваем это все. Шипы тут разные. Странно выглядит очень. Открываем дверь и идем дальше. Все, пройдено. Уровень завершен. Отлично. Двигаемся дальше. И следующий уровень. Там штука стреляет в меня. Плюется просто. Надо осторожнее быть. Так, вот если я рычаг нажму, я же вниз уеду. А как мне? А, вот облако есть. Точно, не заметил сразу. Все, забрал. Едем тогда вниз, так. До куда там ехать? До самого конца, наверное. Потому что тут еще какие-то двери есть. Сколько рычагов? Офигеть. Так, а куда мне теперь надо? Тут два рычага. Так, этот открыл дверь. А, это запускает опять. Опять запускает. Все понятно. А, куда я? Стоп, вниз едь. Едь вниз, мне еще раз надо эта штуковина. Сразу не получилось. Так, запрыгиваем. Сюда теперь за звездой. Вниз. Так, ну в принципе это не обязательно делать было. Насколько я понял. Теперь катимся вниз. Так, что там у нас? Еще один рычаг, офигеть. Что он делает? А, так а зачем это надо? Мне там назад надо вернуться будет. Чуть непонятно пока что. Опачки, попался. 3 звезды. Отлично, все, проходим на следующий уровень. Идем дальше. Идем дальше на уровень 36. Как это вообще получилось, не знаю. О, привет, друг. Какой-то ты баскетбольный немножко. Я спас тебя. Все, ты свободен. Веселись, гуляй и развлекайся. А я пойду дальше искать боссов. Потому что, наверное, это все боссы с тобой делают, эти гадкие боссы. О, кнопка. Отлично. Офигенно просто. Так, этого надо как-то... как его... блин, что с ним делать? Надо, наверное, как-то с разгона или что? Да, вот так вот, отлично. Получилось. Спасаем друга. Он радостный. Все отлично получается. Стоп, еще один. Дружок. Нечего в клетках сидеть. Надо гулять и веселиться. И все. Идем на следующий уровень, который будет уже в следующей серии. А на сегодня я буду уже закругляться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкозавры, подписывайтесь на канал. И всем удачи.